Вот смотри, какой тебе браслетик дарит. Что надо сказать? Да пожалуйста, мой. Несмотря на то, что одежда малышей практически всегда имеет световозвращающие элементы, дополнительные браслеты, брелоки или наклейки не помешают. Маленькие пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения, особенно в темное время суток. В темное время суток что нам надо? Нам надо, чтобы мы были стали заметными. Для этого существуют такие прекрасные световозвращающие элементы. Ленточки, брелоки, браслеты. Их очень большое количество. И вот мы всем говорим, пожалуйста, детям, себе. Мы же ходим в темной одежде многие. А в темной одежде сейчас как раз такое время позднее. Сливается темная одежда с асфальтом. И в темное время не заметен пешеход. И, пожалуйста, ко всем обращаемся, приобретите себе световозвращающие элементы. Если предметов с эффектом световозвращения у вас нет, обозначьте себя любым другим способом. Включите телефон или фонарь, возьмите светлый предмет, например, сумку, рекомендуют сотрудники ГИБДД. Вы ходите вот так вот, вытягиваете, да, в темноте руку, и вас видно. Чем больше вот таких вот всяких элементов, тем больше виден пешеход, и это... Возьмите вот такую листовочку, почитайте. Даже при наличии светофора нужно быть крайне внимательными при переходе проезжей части и помнить, что автомобиль не может остановиться мгновенно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».